Есть у меня находочка, сейчас вам покажу. По традиции хочется передать привет группе Вайбере Коп.UA. Ребята, вам всем привет. Друзья, иду к Артему, у него есть находка интересная. Курган, даже нет сомнений никаких, что это курган. Вот он. Ручка от скифского меча. Тёмыч, зацени, что Любомир нашел. Говорит, сверху лежало вообще. Друзья, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота Украина». Выбрались мы с ребятами покопаться. Вот такое вот место. Тут стоял подсолнух, его частично убрали. Труполя еще стоят, должны дисковать. Пока не дискуют. Ну, в общем, ходим пока, потому что есть. Особо выбора у нас нету. Сейчас вам есть у меня находочка, сейчас вам покажу. По традиции хочется передать привет группе Вайбере Коп.UA. Ребята, вам всем привет. Группе Полиция ЗТ, группе Тустань. Все вот такие вот классные, всем огроменный привет. Смотрим находочку. Хожу, друзья, я с катушкой, с блондинкой. Это второй или третий у меня выход с блондинкой. Тестирую, пока нравится. Мелочь выгребает на ура. Значит, находочка, друзья, вывалилась вот такая вот закрученная спиночка с фибулы. Любомир нашел кусочек динарика. Тоже ходит с блондинкой. Ну, в общем, находка вот такая вот. Будем ходить копаться. Пацаны чуть-чуть выше пошли. А находки вот здесь вот были, где я нахожусь. Кусочек динарика и фибула. Походим здесь, покрутимся. Есть там, в принципе, куда переехать рядышком. Но хочется пробить пока этот участок. Пробиваем и едем дальше. Все, мы искать пошли. Друзья, иду к Артему. У него есть находка интересная. Сейчас мы вместе с вами посмотрим, что он там нашел. Ни одни оплавыши лезут. Ух ты, шичка. Класс. Амулет-топорик, друзья. Офигеть. Слушай, ну я такого... Он серебряный, да? Да. И колечко, видишь, сверху. И колечко тоже серебряное. Прикольно. Прикольненько. Слушай, я такого не находил. Никогда. Первый твой? Да. Класс. Сейчас за фотку в Инстаграм выложу. Крутяк, крутяк. Идем дальше искать. Топчемся по таким вот буграм. Все, мы пошли искать, не переключайтесь. Переехали мы, друзья, на другое поле. Хочу вам кое-что показать. Смотрите, вон... Сейчас приблизим. Один курганчик стоит на этом поле. Я думаю, что скифский. А может быть и нет. И вот второй. Курган, даже нет сомнений никаких, что это курган. Вот он. А мы ходим. Вот машину внизу оставили и взобрались на вот это вот поле. Тёмыч где-то туда пошел за бугор. Ходим в разведке. Любомир вот там вот где-то копает. Где он? Вот он. А я пошел в эту сторону. В общем, разбрелись мы все. Хожу все с той же блондинкой. Есть находочка. Вот такая вот мне вывалилась пуговичка. Вот тут еще ушко и осталось. С
согнутая. Что-то старое, но не совсем того периода, который нас интересует. Ну, но все равно находка, как бы не выкидывать же ее, правильно? Забираем, идем дальше искать. Сейчас пройдусь до конца вот этого поля и обратно буду возвращаться к машине. Если ничего не будет, мы отсюда переедем. Но курганы привлекают внимание. Что-то тут было. Только надо его найти где. Ладно, друзья, идем дальше искать, смотрите. Очень высокий сигнальчик. Что-то кованое, я думаю, сейчас мы его выкопаем. Да, какое-то железо уперся лопатой в него уже. Уже же интересно посмотреть, что там. Вот такая вот штука, друзья. Штука-дрюка. Ручка от скифского меча обломанная. Да. Не берем. Идем дальше искать. Ямки за собой закапываем. Хожу, друзья, сотрю керамику, но что-то я ее пока здесь не вижу. Но с прибором обязательно стоит походить, дабы удостовериться, что здесь было. Есть находочка, друзья. Сверху лежала. Даже не знаю, что вам сказать, если честно. Может, какая-то булавка была на волосы, заколка. Или еще что-то. Может, конина какая-то. Но не сильно древняя, потому как выполнена очень аккуратненько. Я сначала подумал, кусок проволоки. Думаю, та, блин, задолбала эта проволока. Потом пристрелся, говорю, нет, не проволока. Находка. Дохожу я все до края поля. Спущусь немножко за бугор. Вот там вот так вот все обойду и буду возвращаться обратно. Вот такая у нас, друзья, разведка. Что-то вылазит. Но только не то, что надо. Ладно, идем дальше. Поглядал на
В общем, ребята заровняли нам немножко эти струполя, загладили. Подошел к Любомиру. Есть у него находочка. Ой, какая красотка. Креспина. Класс. Класс. Блин, кайфовый динарик. Просто класс. Динарик, динаричек. Чуть не уронил. Мадам Креспина. Пойдет. Сейчас Тёмычу покажем. Тёмыч, зацени, что Любомир нашел. Говорит, сверху лежала вообще. Такая лежала и ждала его. Ого, какая. Хорошенькая, правда? Креспина. Пойдет. Тетя. Пойдет, тетя. Да есть они тут, есть. Держи. Поздравляю. А, не, не держи, я сфоткаю еще в Инстаграм. Смотрите, друзья, не переключайтесь, мы дальше искать пошли. Вообще не глубоко. Друзья, думал уже идти на другое поле переходить. Вот уже, вот почти дошел до края поля. Уже хотел прибор выключать, честно скажу. Думал, все, сейчас еще два шага, выключаю прибор, отдохну и пойду дальше искать на другое поле. Но тут у меня случился сигнальчик и есть находочка. Сейчас вам покажу. Это Любомир ходит. Это Тёмыч. Вообще, смотрите, какая ямка. Ну вот, ну не знаю, там пол штыка. Он сверху лежал. Почти. Сейчас посмотрим, кто здесь. Антонин Пи, по-моему. Залипший такой, капец. Комод. Не понял. Ко. Не могу разобрать. То ли комод, то ли пи. Очень плохо видно. Но. И легендочка классная. Слушай, ну бил высоко. Так, сейчас я хочу еще раз посмотреть, что он мне тут показывал. Какой VDI. Назад. Блин, 88, прикинь. Показывал 88. Комод, по-моему, написано, если ничего. Или не видно, да, как-то черное такое. Ну, пи, думаю. Пи. Ну, мне тоже похоже на пи. Угу. Мы ж тут ходили с утра. Да. Вот этот же край был задискован. И мы тут с утра ходили. Так забирай с собой проволоку, чтобы второй раз не копать. Смотри, кинул ее там обратно. В общем, есть у нас динаричек, друзья. Динарик, динаричек. Блондиночка цепляет, конечно. Я сегодня столько оплавышей накопал, просто капец. Что, мы, может, отдохнем чуть-чуть, да? Да. Передохнем. Курение — это яд. Не наступи мне на катушку. Передай привет. Я никого там не знаю. Зато тебя все уже знают. Говорят, это этот мальчик, который с вами копает. Да-да, говорю, это он. Комодику. Да не пи. Ну, пи, но написано комод. Комодус, да. Пи на комод. Да. Дедушка. Но он есть. Дедушка этого. Дедушка комода. Ладно, идем искать дальше. Смотрите. Друзья, почистил я его немножко, этот динарик. Это все-таки комод. Написано комодус. Так смахивал на пия, что просто капец. Так что
Комод. Вот такой вот динарик. Зашел, друзья, я в посадочку. Вот там вот поле, на котором я нашел динарик. Я решил тут рядышком в посадке походить. И был у меня сигнальчик. Выкопал я вот таких вот 2 копейки СССР. И вот, смотрите, еще одна рядышком монетка. Что это такое? Что же это такое? А, 15 копеек. Прикиньте, 15 копеек. 61 год. Вот вам, пожалуйста, какой-то тракторист сел отдохнуть и потерял. Монетки берем, идем дальше искать. Пошастаю я еще в этой посадке, чуть-чуть пройдусь, и потом хочу выйти. Вот здесь вот выпас на выпасе походить, и вот там вот дискованное поле, там где Тёмыч нашел. О, видите, дисковочка. Плохо видно, не фокусируется. Там, где Тёмыч нашел амулет-топорик. Сейчас, наверное, пойду туда, там похожу. В общем, ходим, ищем, смотрите. Значит так, друзья, вот здесь вот я выкопал 2 копейки. Вот здесь я выкопал пятнашку. И вот еще одна сверху лежит. Это у нас ходячка, 50 копеек, 2000 год. Находка била очень хорошо. Не могу я выйти, все, на поле держат меня здесь монеты в посадке. Ладно, идем дальше искать, смотрите. Еще одна монетка, друзья, в той же ямке. Вот она. Сейчас посмотрим, какой период. Тех же 50 копеек. Уже гривну накопал. Надо же. Находка. Идем дальше искать. Хожу с блондинкой. Классная катушка, очень нравится. Продам свою, возьму себе блондинку. Друзья, иду к машине. Жара просто неимоверная. У меня закончилась вода. Хочу попить водички, потому что жарко. И встретил я здесь только что местного комрада. Рома. Рома, тебе привет. Значит, что он нам сказал? Во-первых, на этом поле он находил золотую ароматницу. Это хороший знак. Во-вторых, это поле 2 года не пахалось. И так как оно 2 года не пахалось, в этом году сказали, что здесь будет перепашка. Нам нужно будет обязательно сюда попасть. По перепашке. И походить. Находки тут интересные. Любомир Креспину нашел. Я комода. Ароматницы вылазят, видите. В общем, если он где-то убежал куда-то, если он недалеко убежал, надо у него попросить номер телефона и с ним связаться обязательно. Или попросить его, чтобы он позвонил, когда будет перепашка. В общем, иду к машине, хочется пить. Поселение здесь интересное, он Любомир копает. Что там у тебя сигнальчик? Плохой сигнальчик. Там машина открыта. Ключи мне дашь? Не, я хочу водички попить, у меня вода закончилась. А, ты мне принес воды? Вот это ты, конечно, друг классный. А где местный делся, не знаешь? Поселуха напротив, поселуха слева, поселуха справа. В общем, везде тут вокруг. Серьезно, и вот там вот, где мы катались сегодня, смотрели,
Что там нашел? Гвоздь. Ой, это как это? Игла насосная. Древнегреческая. Чувак, это не игла, это часть фибулы, видишь, вот серебряная. Да, вижу, я говорю. А ну-ка, покажи-ка поближе на камеру. Вот такая вот штука. Серебряным ободочком. На. Куда он ушел? Надо было у него номер телефона взять, чтобы связаться. Тут не день. Он сам с прибором курит. Нет, так а что тут? День-два тут будет перепашка и это. Позвонит, мы приедем. А куда он пошел, ты не видел? Куда он пошел? На то поле пошел. Он говорит, что на том поле он это. Подержи, я отключу. За два года только одного динарика нашел. Все основные. Основные солеходки были здесь. Я тебе руку помыл. И себе я тоже. Я помыл все, что можно. Ой. Это ты мне принес водичку, да? Да. Ой, спасибо тебе огромное. Ой. Жара просто капец. Вариантов у нас особо нету, поэтому будем шататься здесь. Или же, возможно, перейдем еще на то поле, там, где куда этот местный комрад пошел. Там, где Тёмыч нашел амулет-топорик. В общем, походим. Пойду в тенечек, потому что на солнце просто мрак. И это у нас, друзья, 11 сентября сегодня, прикиньте. Жара уже со следующего понедельника. Нам передают дожди. Так что пойдут дожди, начнут пахать поля. И будет веселее. Тёмыч, хочешь водички? Водички хочешь? Ага. У всех есть вода, у меня закончилась. Ладно, друзья, смотрите, не переключайтесь. Мы пошли дальше искать будки. Это интересные находки. Вы все увидите. Друзья, присел отдохнуть. Жара такая, что просто капец. Ой, 11 сентября, а на улице пекло. Просто пекло. Хочу вам показать, какие тут красивые места. Сейчас посмотрите. Смотрите, это вот машинка там стоит наша. Смотрите, какие чудесные места. Река текла. Красотень. Просто красотень. Мы вот там вот ходили за посадкой. Где там? Да, вот. За посадкой. Нашли там два динарика. Ходим, в общем. Пацаны ходят, а я устал. Что-то Тёмыч что-то там нашел. Что-то нашел. Чикс, карманчик положил. Ямку закопал. Какой сознательный копатель Тёмыч. И пошел дальше искать. Так. Там бугор такой, они по бугуру ходят. Вон. И вот еще местный. Сейчас вам покажу. Еще местный. Рома, по-моему, если я ничего не путаю. Местный комрад. Ходят, ищут, что-то ищут. Я отдыхаю, друзья. Я сегодня накопался. Можно и отдохнуть.
Так что вот такие вот дела. Сейчас я к вам развернусь. Будем мы, друзья, наверное, заканчивать наш сегодняшний коп. Нам сегодня надо рано быть в городе. Есть еще дела, делишки. Сейчас я вам покажу свои находочки, чего же мне удалось сегодня за целый день накопать. Итак, друзья, находочки наши сегодняшние. Мои сегодняшние. Вот такую штуку выкопал. Интересную. Не знаю, что это. Одна спинка с фибулы несчастная. Значит, три совета. Вот такая вот пуговка. Что-то интересное. Так. Оплавышей вот кучу нарыл. Вот такой вот серебряный, что-то расплавилось. Вот это тоже серебро. Две ходячки. И динарик. Динаричек. Отмочу его дома в лимонке, должен быть неплохой, в принципе. Вот такие вот, в общем, находки. Что еще сказать хочется, друзья? Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии, нажимайте на подписочку. Кто не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции, будут еще находки. Вы все увидите. Всем удачи, всем пока. Иду уже к машине, друзья, и смотрите, как оно бывает. Раз сигнальчик, и вываливается мне, блин, серебряная фибула. Вот это прикол. Вот это прикольчик. Даже не ожидал, честно скажу. Серебряная 100%, нет никаких сомнений. Серебряная спинка с фибулы. Прикольно. Вот такое вот бывает, друзья. Ладно. Иду к машине, будем ехать домой. Всем пока, друзья.